Здравствуйте, дорогие мои друзья, сограждане, соотечественники. Вот мы только приехали в Куртино. 2 часа на машине. Зашли в этот бар выпить кофе. Сегодня солнышка нет. Церковь Куртино. Солнышка сегодня нет. Чуть-чуть есть. Прохладно. А в Падово было 36 градусов. Я полуголая. Все на меня смотрят. Я в котоне и в... Как ее называется? В лино. В льняном. И все так на меня смотрят. Всем желаю здоровья и добра. Вон, Келли пришли, Эрмес. Вот такая вот картина. Наверное, сделаю завтра лучше видео. Потому что сегодня что-то не очень. Все в пальто ходят, а я в мини-юбке. Около Венеции жара стоит, а здесь 20 градусов. Всем желаю здоровья и добра.